тоже грибцов, да? Кидаем на чемпионат. Да, то есть уберем сюжеты, посмотрим. Ага. По-моему, 17 числа начинается забег. Да, у тебя сегодня есть 6 год? А ну-ка, крикни, пускай. И на следующий год приехало вот это все. И это все, два самолета, это ваши, это Запорожье. Угу. Вот этот красавец. Ну, маэстро не на таком летах. Да, ну это как бы уже, как бы когда его красили, и опять-таки идея была ваша, Запорожье. Это Минск, да? Да, это Минск вообще. А там суть. Конечно, приехал сюда на открытие. Там такую речь двинул, ну, слезу пробило. Спасибо атомной станции. А в каком году было открытие? Открытие вот это торжественное. Ой, где-то, наверное, 12-13. 2012. 12-13, еще не могу увидеть. То есть не так и давно. Да, не так и давно. А сколько тут экспонатов? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Броня автомобиль, так просто называется. Ну, правильно называется боевая разведывательная машина. Танк Т-60. В этом году у нас было еще одно событие. Только он пошел мальчик. Видите, фонтан. Серёж, сейчас фонтан сфотографируем. Красивое озеро. Вот на этом месте, как я туда подойду, была просто клумба. Ну, когда вот это музей... Да, тут это профессор говорит. Так шикарно. Ну, это пустит фонтан, где можно паузу дайте 15-20 секунд. Включай дальше. Заняла первое место атомной станции. Ну, награду ДТЭК приобрел хризантемы, и мы их потихонечку как-то, ну, разводим, размножаем и рассаживаем. В последнее время делает камин лагерного строительства. Здесь ниже город. Музыку подбирают, там какие-то классики, вот, как лазеры играют. Это плавающий фонтан, который я называю. Да, да, да.